У меня в гостях Мария Ешенкова, Bright Consulting. Мария сегодня выступала в качестве спикера в рамках Prod Expo. Мария, скажите, какие вопросы вы сегодня обсуждали и что было на повестке дня? Сегодня мы с поставщиками обсуждали, что они должны делать для того, чтобы их новинки эффективно попадали в федеральные сети, ну вообще в сети. Я говорила о том, что основная проблема поставщиков заключается в том, что в переговорах они акцентируются на вопросах собственного продукта. Ну, то есть, условно, рассказывают о том, какой у них чудесный продукт, он весь натуральный. Там, да. Но, к сожалению, логика сети совершенно другая. Да, им требуется ответить на совершенно конкретный список вопросов, а именно, возможно, совместный заработок, возможный оборот, оборачиваемость этого продукта и так далее, и так далее. Вот сегодня мы представляли этот чек-лист по этим производителям для того, чтобы они могли с ним ознакомиться и сделать свое предложение более эффективным. Что самое главное должен проработать поставщик, прежде чем идти предлагать свою продукцию в крупную федеральную торговую сеть? Ну, в первую очередь, поставщик должен помнить, что в своей секции он не один. В первую очередь, он должен проработать структуру, каким образом организована та секция, в которой он собирается в этой сети работать. Причем надо понимать, что в каждой сети организация этой секции может быть совершенно различной. Да, необходимо пойти в этот магазин, сфотографировать полку, проанализировать, с какой целью там стоит каждая из этих позиций, есть определенная технология этого анализа, да, а также во встрече с категорийным менеджером или в подготовке задать ему ряд вопросов, которые связаны с теми задачами, которые ставит ему коммерческий директор. То есть каковы KPI секции на данный момент. Без этого понимания переговоры будут, скорее всего, не очень эффективными. А какая самая главная ошибка вот молодых поставщиков, которые только что открылись, грубо говоря, запустили свое производство? Какая их главная ошибка при общении с крупными торговыми сетями? Они не ставят конкретных задач. Когда приходишь в торговую сеть, необходимо иметь четкую задачу, что вы хотите получить и по какой причине это должно быть интересно сети. Вот это основная задача. Когда вы сами не знаете, что вы хотите получить от переговоров, ну, от этих переговоров. Мария, спасибо вам огромное. Хорошего дня.